Дал на свой экран. Георгий Черданцев и Игорь. 4-3-3 сегодня у них. И, похоже, края не столь выдвинуты вперед. Упор сегодня на центр. Расстановка с явным перекосом в сторону атаки. Защитникам придется сегодня выложиться на полную. Играет он на партнера. Навес в штрафную. Есть шанс выйти вперед. Такое впечатление, целил в угловой флаг. На свой экран. Георгий Черданцев и Игорь. 4-3-3 сегодня у них. И, похоже, края не столь выдвинуты вперед. Упор сегодня на центр. Расстановка с явным перекосом в сторону атаки. Защитникам придется сегодня выложиться на полную. Играет он на партнера. Навес в штрафную. Есть шанс выйти вперед. Такое впечатление, целил в угловой флаг. На свой экран. Георгий Черданцев и Игорь. 4-3-3 сегодня у них. И, похоже, края не столь выдвинуты вперед. Упор сегодня на центр. Расстановка с явным перекосом в сторону атаки. Защитникам придется сегодня выложиться на полную. Играет он на партнера. Навес в штрафную. Есть шанс выйти вперед. Такое впечатление, целил в угловой флаг. На свой экран. Георгий Черданцев и Игорь. 4-3-3 сегодня у них. И, похоже, края не столь выдвинуты вперед. Упор сегодня на центр. Расстановка с явным перекосом в сторону атаки. Защитникам придется сегодня выложиться на полную. Играет он на партнера. Навес в штрафную. Есть шанс выйти вперед. Такое впечатление, целил в угловой флаг. На свой экран. Георгий Черданцев и Игорь. 4-3-3 сегодня у них. И, похоже, края не столь выдвинуты вперед. Упор сегодня на центр.
Расстановка с явным перекосом в сторону атаки. Защитникам придется сегодня выложиться на полную.